Антимонопольная служба республики заинтересовалась похоронным бизнесом набережных Челнов. Поводом для проведения проверки стали многочисленные жалобы предпринимателей Автограда. Как сообщили съемочной группе программы «Челны-24» в УФАС, власти монополизировали услуги. Так, муниципальное предприятие было наделено правом проведения всех процедур по захоронению, в том числе и копки могил. Другие участники рынка были исключены. В части препятствия доступа их по оказанию услуг покупки могил на территории кладбища. Данные факты по результатам рассмотрения подтверждаются. В настоящее время Татарстанским ФАС принимается решение о возбуждении дела в части нарушения закона о защите конкуренции. К примеру, муниципальное предприятие за копку могил и проведение захоронения запрашивает 12 тысяч рублей. У частных предпринимателей те же услуги стоят в 3 раза меньше.